Александр Северов представляет. Здравствуйте, это снова я. Сегодня вы увидите тестирование игры Nova 3. Да-да-да, вы не ошиблись. Третья Nova на старичке первом iPad. Ну, для меня он и такой нормальный. За ту-то цену, что я его купил. Поехали. Как вы знаете, я тестирую игры совсем закрытым, на максимальной яркости, на беззвучном режиме с автоповоротом. Поехали. И включенный Wi-Fi еще. Пошла загрузка. И вуаля, Nova. Ставил я ее через iTunes, потому что через iTunes она не ставится. Да, графика, возможно, не от 4-го iPad, но достаточно такая приличная. Пошла загрузочка опять. Чик-чик-чик. Сюда я вообще синий. Первая миссия. Возвращение домой, если кто-то не видит. И сейчас запустим игру. Вот наша игруха пошла. Зависаний нет. Правда, текстурки не очень меня радуют. Смотрите, дыма-то нету. Дыма нету. Ох, ну, в принципе, да, без зависания нет. Только что-то я сейчас покажу, в чем у меня возник такой какой-то вопросик, так сказать. Давай, хватит посадить. Фак, чё так долго? Кстати, зеркальная пленочка достаточно-таки неплохая. Жалко, что камерки нет, только датчик. А, всё. Как вы заметили, такое чувство, что играете с аимом, да? Знаете почему? Если кто-то не играл, то объясняю. Вот когда прицеливаетесь, да? Хоба, и отдачи такое чувство, что тупо нету. Ну нету отдачи, вот видите, зажали, да? И хопа, и нет отдачи. Либо это баг, только отдача, если вот так вот нажимать. А вот прям так, чтобы зажали, вот нету отдачи, да? Странно как-то. Ну, с одной стороны, это плюс даже, с другой минус, кто любит реалистичность, а это, получается, не очень реалистично. Хотя, в принципе, играбельно довольно-таки. Ой-ой-ой. Ну что ж, до скорой встречи, пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комменты то, что хотели бы увидеть ваш, мой, то есть обзор хотели бы, если бы увидеть, пишите в комменты, сравнение, тест, я его обязательно сделаю, прям 100%. Пока, надеюсь, с вами увидится еще не раз, и подписывайтесь в группу ВКонтакте, она, кстати, есть, сверху ссылочка такая. Пока.